Всем здравствуйте, господа. Сегодня посмотрим бытовые степлера, дешевые. Какой же из них выбрать? Ну, в первую очередь, смотрите на вес степлера. Так, это у нас степлер Хайзер. Вот этот степлер 568 грамм весит. Степлер Хайзер. Но он средней цены. Самый дешевый, скажем так, Миол. Весит 504 грамма. Вот этот весит 504 грамма. Давайте посмотрим Берг. Пятьсот два грамма. Думал, будет тяжелее. Степлер Берг весит 502 грамма. Все эти три степлера бытовой серии. Давайте попробуем. Возьмем скобу десятку. Не шестерку, не восьмерку, потому что это как бы детский сад. Возьмем десятку. И попробуем, как они бьют. Возьмем дешевый степлер. Сосну. Как дети в школу. Даже скобы нет. Возьмем средний степлер Хайзер. Такая же история. Возьмем теперь Берг подороже, который. История, в принципе, та же. Но это всего лишь сосна. Это мягкая порода. Это значит, любой степлер, не надо тратить больше, купили дешевле, получили то же самое. Вот Миол сам то же самое делает, что делает, скажем так, степлер Берг. В комментариях напишите, каким степлером вы пользуетесь. Есть Sigma, Intertool, их там 1000 видов. Теперь давайте миоловским дешевым в ДСП. Бьет по одной, все хорошо, но немножко не добивает. Я думаю, также будут и другие бить. Немножечко не добивает. Берем хайзер, пробуем хайзером. Принцип такой же самый, также немножко не добивает в ДСП. Берем дорогой, ну как недорогой, это скажем, среди бытовых подороже Берг. Скажу, он и посложнее, тяжелее нажатием. Так же само не добивает. Скажем, среди бытовой подороже, которая подороже. Ну и так же, как всегда. Все степлера примерно одинаковые, выбирайте для себя, смотря для каких целей. Если вам надо очень долго, вообще лучше брать пневматику. А между рессорным и пружинным практически разницы нет. Всякие резиночки, вот этот хлам, если он вам нужен, то берите с резиной. Мягче в руке, легче. Вес важен. Ну, вес, видите, как все, 560, 507, 570 грамм. Они примерно в одной весовой категории. За года работы у нас зарекомендовал себя вот такой степлер хорошо.
Ну, такой, как видите, тоже неплохо работает. Ну, наверное, со временем, если после 1000 ударов, они все начнут показывать. Напишите в комментариях, каким пользуетесь стоперами сами вы. И как всегда, рациональные предложения, вопросы в комментариях. Кому понравилось, ставим лайки видео. Подписываемся, дальше будет много интересного. Все стопера, которые я вам показывал, в описании снизу. Ссылочки на каждый из этих стоперов, на каждый Миол, Берг и Хайзер. С более подробным описанием, где их купить, как заказать. Также в описании будет указан телефон Viber. Если что, можете прислать фотографии, спрашивайте, пожалуйста. Всем удачных покупок, папа!